Так, всем привет. У нас сегодня на обзоре наш Redmond, чайник умный, у которого случилось следующее. Представляете, вот такое вот, вот такая штучка случилась. Видно там? Ну, смысл в том, что отломалась наша крышечка. Сейчас можно ее закрыть только вот таким способом. Ну, естественно, чайник кипятится, все работает. Крышка не сразу спрыгивает, но если начинаем выливать до конца, пэмс. Вот такое вот горе случилось. Значит, созвонился я с сервисным центром, скажем так, Redmond, да, который сказал, что приходите. Оказывается, это гарантийный случай. Помните, когда только покупали, распаковывали, сразу обратили внимание, ну, я обратил внимание на то, что наша крышечка вот прямо так, ну, прям нежненько-нежненько. Это было из-за того, что здесь пружина очень слабая вроде как. А вот сейчас, когда она сломана, смотрю, такая пружина-то совсем не слабая, но почему-то вот она болталась, да? Ну и доболталась она до тех пор, пока не случилось вот такое вот горе. Жалко, что в нашем городе сервисного центра нету. Ближайший сервисный центр, либо магазин, достаточно магазина. В любой магазин приходите, и по гарантии вам первое возвращают новый чайник, второе возвращают деньги, либо третье — это ремонт вашего чайника. Это все, что вы выберете, это, естественно, предусмотрено законом Российской Федерации. Вот. Вот такое видео я сейчас вам показал, чтобы вы были в курсе. Первый вариант — очень осторожно относиться к этой крышке. Второй вариант — неосторожно относиться к этой крышке, но все-таки в течение одного года. По-моему, срок гарантии 1 год. Мы покупали его в декабре. У нас еще до декабря есть срок. То есть, естественно, мы появимся в магазине, отвезем чайник. Кстати, в продолжении этой истории можно будет рассказать. Буквально на днях я выкинул коробку, потому что, ну, просто надоело. Она слишком большая, и надоело, я ее выкинул. Я в своем видео вам расскажу, как мы заменили чайник, какие были проблемы. Либо не было проблем, я собираюсь отвезти только эту часть, чайник. Ну, если скажут, поменяем чайник. Я, в принципе, согласен оставить базу, заберу только чайник новый. Либо второй вариант — будут ремонтировать. Посмотрим. То есть в следующем видео, если вы подпишетесь, вы увидите тот результат, который будет в результате, тот результат, который будет после разговора в сервисном центре. Так, кому понравилось наше видео, ставьте лайки. Ну, то есть все работает, как вы видите, да? Ага, вам не видно. Да, осталось включить все чайники, и он еще и взорвется. Итак, ставим лайки. Кому не нравится, ставим дизлайки. Задаем вопросы по поводу... Да по поводу чего хотите. Я на все вопросы отвечаю. Поэтому всем привет. Жду вопросов.